Конфликтная ситуация в городе Красноармейск Саратовской области привела к сходу граждан. Митинг у здания районной администрации, по словам сотрудников полиции, был несанкционированным. Поводом же такого схода послужила массовая драка, произошедшая 12 июня в местном кафе «Палуба». По факту было возбуждено уголовное дело. Однако митингующие уверены, что дело заведено с нарушениями и потому хотят придать огласку ситуации. Кроме того, митингующие, а это представители одной из местных диаспор, уверяют, что их не пускают в общепиты города. Представители правоохранительных органов дали официальный комментарий по конфликту, произошедшему в кафе «Красноармейска». В ходе проверки было установлено, что около 10 часов вечера в кафе пришли четверо мужчин и просили столик на втором этаже заведения. В связи с тем, что все столы в кафе были заняты, им было отказано. По данному поводу между произошедшими посетителями и супругом хозяйки заведения произошла ссора, перешедшая в драку. Охранник кафе и другие посетители, находившиеся в зале, разняли дерущихся. Это происшествие носит чисто бытовой характер. Здесь нет никакой национальной подоплеки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». Устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мы следим за развитием ситуации. Подробный материал о том, что происходит в Красноармейске, смотрите в ближайшем выпуске программы.